Праздник «Богатырские забавы» в память о Куликовской битве помогает возродить традиции русского средневекового боя, кулачной борьбы, народных праздничных забав и гуляний. Он проходит в Звенигороде уже в шестой раз, сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов. В программе военно-исторического праздника «Молодецкие забавы» воспроизведение переборов колокольного звона под руководством звонаря на переносной звоннице, песни и пляски, игра на гармошке и многое другое.